меня в руках устав ООН. В нем сказано, что ни одна страна не может напасть на другую страну. Но со времени Второй мировой войны в мире произошло как минимум 65 военных конфликтов. Эти войны унесли миллионы человеческих жизней. Поэтому сегодня этот устав просто бумажка. Можно порвать ее, и ничего не изменится. Когда вскипят океаны и вас трубит пятый ангел, пойдут ко дну все нефтеналивные танкеры. Он будет ждать всех нас, всех тех, кому он нужен, и мы встретим этот день, молясь во всеоружие. День, когда вскипят океаны и вас трубит пятый ангел, пойдут ко дну все нефтеналивные танкеры. Он будет ждать всех нас, всех тех, кому он нужен, и мы встретим этот день, молясь во всеоружие. Моя галактика прячет края, обсидиановый дождь, ледяные поля. Ниже нуля температура, ядерная война, атаката до Непура. Чужие корабли тянет к земле, то, что не сожгли, завоевали, забрали себе. С трех на рассвете снимут кожу, скинут во враг, зароют так, в гробы не положат. Черная лошадь скачет через туман, железный всадник в седле умирает от ран. Мой рэп вулкан пожарче, чем Везувий, яркий восход, полет на далекий Меркурий. Жесткий токсин расширяет зрачки, это подземный звук, подземные толчки. Здесь хроники Сирии, прямой эфир, это разрушит твой пустой однополярный мир. Они применят зарин и белый фосфор, отправят в небо ракеты, отравят воздух. Время узнать, что такое напалм, а ты давай забей это в Google, залей в Instagram. Новый тиран проложит телами путь, электронный шум от под ногами, страшно жуть. Пока пишу и все еще предан плану, малый кристалл последствий урагана. В день, когда вскипят океаны и вас трубит пятый ангел, пойдут ко дну все нефтеналивные танкеры. Он будет ждать всех нас, всех тех, кому он нужен, и мы встретим этот день, молясь во всеоружие. День, когда вскипят океаны и вас трубит пятый ангел, пойдут ко дну все нефтеналивные танкеры. Он будет ждать всех нас, всех тех, кому он нужен, и мы встретим этот день, молясь во всеоружие. Давай. Большой пожар начнется с небольшой канистры, с оружия в руках нонконформистов и монотеистов. Знаю много умных слов, но не оксимирон я. Саграда здесь поскольку, это горькая ирония. Там хилый хипстер с друзьями играет в твистер, а кто-то поливает стены его дома из канистр. Премьер-министр, великий магистр ложи, тени когтистых лап тянутся за прохожими. Джет-потрошитель сложит тело жертв, оккультный символ. Ведь голос из сияющей дельты — это невыносимо. Хиросима, Нагасаки, города покойники, Гарри Труман, фартук, каменщик, а циркуль и угольник. И у огненной реки на голову ляжет зола, когда сойдутся там Сахал, Хамас и Хизбалла. Но пока наши купола будут при крестах, все в этом мире будет на своих местах. Все любят рэп про холода, про ты нам дашь ответ. Это как школота, в футболках невиновных нет. Рисуют свастики, играют в танчики. Время придет, пацанчики, вас дернут на майданчики. Очаги сопротивлений, площади восстаний, совокупность преступлений в крахе мироздания. Это не для меня, на колени ставить слабых. Пусть я жун, как свинья, Бог даст умру, как православный. В день, когда вскипят океаны и вас трубит пятый ангел, пойдут ко дну все нефтеналивные танкеры. Он будет ждать всех нас, всех тех, кому он нужен, и мы встретим этот день, молясь во всеоружие. День, когда вскипят океаны и вас трубит пятый ангел, пойдут ко дну все нефтеналивные танкеры. Он будет ждать всех нас, всех тех, кому он нужен, и мы встретим этот день, молясь во всеоружие. Жуткие кадры растерзанного ливийского лидера Каддафи, чей труп толпа таскала по всему городу, с удовольствием крутили все мировые каналы. По версии американской администрации, именно это и есть победа демократии. В нелегкой борьбе за права человека французские летчики пулеметными очередями гнали беззащитного старика через пустыню, бравые американские парни устраивали ловушку, а Хиллари Клинтон заливалась счастливым смехом, наблюдая за тем, как глумятся над телом человека, которому она еще недавно пожимала руку.